І сьогодні ми не дарма сміємося, тому що продовжується в нашій студії весняний настрій. У нас сьогодні незвичайні гості, як ми вам і обіцяли. Окрім пухнастиків, яких ви зараз бачите, у нас ще у гостях Максим Брик, а також Роман Казначеєв, володар розплідника екзотів Сладунчик. І ось прийшли на одні... Доброго утра, парні! Доброго утра! Це у нас хто, парні или дівчонки? Це у нас мужчина, це у нас... Женщина. Дівочка, а у мене от це от? Тоже дівочка, тоже дівочки, давайте. Привітики, дівчоночка, мене Дімочку. Ось такі гарнюні. І от давайте одразу святкуємо сьогодні Міжнародний день котів за версією ООН. Ну і, звичайно ж, початок весни. Будьте здорові, мені руку оплівали. Всі асоціюють із котами та з концертами, які вони заводять. Скажіть, будь ласка, чи у цієї породи є такі особливості, дуже голосне мурчання, мявкання, особливо у березні? Чесно сказати, по большому счету, вони як і звичайні кошки. Тобто весна, пісні поємо, звісно ж, ми, як і всі, але відлічі екзотів, вони не розговорчиві, так, відлічі від інших пород, не хочу нікого обидіти, звісно. Коти, звісно, кошок просять, ну, весною або коли течка. Так, в основний період вони дуже-дуже-дуже. От скажіть, є таке, от у мене вдома кошка, вона все время там, кожне утро просить покушати, мяу, 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 мяу. Ні, ну як сказати, у нас теж кушати просять, але у нас це делают более толерант, они просто залазят и ложатся куда-нибудь, ага. Ну, то есть или на голову, или на другие места. Ну да, Кит просто делает вот так, когда ты сидишь та ешь, он просто вот так вот сідає тобі на підвіконня біля столу и так лапою. И дивиться. И до тих пір, поки ти його не погодуєш. Тобто порода, особливість цієї породи, вони просто мовчки, спокійно дають тобі зрозуміти. Так, ну, вони не навязчиві, це більших не плюс. Ну, коли їм щось потрібно, вони будь-яким способом доб'ються. Тобто у нас елементарний кожен день, тобто всі сидять, відповідно, в соцсетях. Тобто, коли ми сидимо в соцсетях, відповідно, то і таке, типу, скучно, нудно, типа, що ти там взагалі сидиш? Пообщайся з ними. Ми просто залазимо, ложимося на ноутбук і лежимо. Ну все. Ну, скажіть, ми поки перед ефіром ми з вами поговорили, і ми прийшли к тому, ви нам розказали, що ця порода, мабуть, єдинственна, або їх немного, які були виведені. Конкретно виведені? Це виводилось, так, дуже довго. Порода дуже молода, в 1860 році виведена, тому їх багато, от скільки ми участвуємо на виставках, плутають з персами. Тобто я одразу говорю, заводчики, то есть экзот – это отдельная короткошерстная группа по стандартам Всемирной организации кошек ВЦФ, которая в Германии, она пишется как отдельная короткошерстная группа и как отдельная экзотическая короткошерстная порода. То есть с персами их не равняют, как многие сейчас пишут там короткошерстный перс. Ну, то есть персы – это длинношерстное животное, немножко другое по костяку, поэтому… То есть, их выводили с персов, соответственно, как и Хайленда выводили тоже с шотландцев. Поэтому Максим, а скажите, если ну, у них такой период, когда они линяют больше всего? Нет, есть... они постоянно. В основном летом, когда жарко. То есть, ну, они сбрасывают, чтобы не было так жарко. Вот, их небольшой плюс. То есть животное, чтобы не линяло, то есть два фактора у них. Линька первая, это сезона, как это осень-весна идет, линька. И когда у них на стрессе, они очень лезут. Но большой толстый тоже у нас питомники, то есть дети-выпускники питомника. Они купаются. Ну, то есть я как грумер говорю, стирать. Их просто надо стирать. То есть зимой мы их стираем раз в месяц. То есть так, конкретно положил ванну, замочил его. Они нормально на воду реагируют? Прекрасно они реагируют на воду. Любят даже. Купаться? Очень. Ворона, то есть летом мы купаемся идеально. Два раза на месяц. И, ну, вот, например, выпускнику Максима живет сын Матвея, Амур. Тот просто. Парень называется унитаз. Давай. Он везде, где вода, то есть в унитазе, в ведре, то есть в тазе, Бачить, в чайнике. То есть где есть вода, ну, Амур уже там сидит. И... Можно буквально последний вопросик, мы сейчас прервемся на небольшой на гороскоп. Скажите, как кого зовут и какие у кого регалии, награды, что они уже побеждали? Варя Ягодка. Матвей Сладунчик и Яся Бусинка. Бусинка, то есть у них двойные такие, вот, да. Они элита. Что выигрывали? Что выигрывали? Международный кандидат в Гранд Интерчемпионы. Кандидат в чемпіони, і це поки в юніорах. Малиш. Отже, давайте зараз зробимо невеличку перерву на гороскоп. Дізнаємося, що нам приготували зірки на сьогодні. Ну і після чого повертаємося до нашої студії та продовжуємо спілкуватися із нашими гостями. Продовжимо, да?
Мы много о чем уже поговорили, потому что интересно, да. Ну, во-первых, мы поговорили о том, и давайте еще раз повторим, что это, ну, во-первых, не особо такая злопамятная особа, но это касательно только детей. А вот взрослым, если что-то сделал, то они мстят. У них очень хорошая память, да, как мы уже говорили, и они, ну, не могут они мстить, ну, обижаются, то есть напакостить могут. Ну, але абсолютно мені нормально, да. Менше, ніж інші породи. Розкажіть ту історію, яку ви нам розказали за кадром з ветеринаром. Да, была у нас ситуация, привезли мы, когда Яся была еще очень-очень маленькая, не выпадал у нас молочный зуб. Вызвали мы ветеринара на дом, пришел наш чудесный ветеринар и удалил ей зуб. Ну, ребенок сказал: а, боже, мне так больно, зубик болит, есть не буду, короче, все очень плохо, и дядьку я этого запомнила. Потом через полтора месяца пришел тот же самый ветеринар делать вакцинацию. Ну, пока доктор там разлаживался, шприцы вакцины с холодильничка доставал, Яся, недолго думая, просто взяла и напістила в обувь. Напудила йому ботинок. У капці. Ну, как... Вона просто пам'ятає, що їй зробили боляче. Хоча насправді ця порода, вона дуже спокійна, дуже добра. Вона не псує шпалери, не псує меблі. І дуже добре ладить із дітьми. Да? Про ці особливості також треба сказати. С детьми, да, идеальное животное, которое подходит для людей, первых, которые много-много проводят времени на работе. Вот, вот как Максим Анатольевич наш, он постоянно живет на работе, несмотря на то, что у него дома живут коты. Но и идеально подходит же в то же время для детей. То есть плюс большой, когда вас нету дома, они 18 часов спят. Ну вы пришли, ну как у нас начинается рабочий день? 7 утра. Жизнь. Ой, вы спите, мы тоже поспим. Проснулись, давайте покушаем. Ну, то есть, пока мы там чай, кофе и тому подобное, умываемся. Они бегают за тобой. Потом все, типа, ребята, до вечера. Вышел с дому. Я прекрасно знаю то, что у меня на столе останется чашка, ваза, цветы на подоконнике. Я приду там в 8-9 вечера с работы, оно так все и останется. Потому что мои коты, когда включают свет, они такие... О, пришел! Рано, да? Типа а вопрос очень тоже важный для тех, кто собирается завести кошек. Эта порода ну, болезненна. Какие самые частые боли? Потому что я вижу... Многие, есть, да. Вот это вот с глазами по поводу есть глаз и по поводу носика. Как, я не могу сказать, что это вообще беспроблемная порода. И просто берите только ее. И они там для всего подходят. Очень прекрасные. Проблемы есть, конечно же, как и у всех. И большинство проблем заключается именно с коротким носом и с глазками. Из-за того, что достаточно короткий нос, если слезоточивые каналы передавлены, у них подтекают глаза. Ну, хотя мы уже за 19 лет уже привыкли, поэтому обычная процедура утренняя. Проснулись утром, умыли сами, умыли котенка. Все. Если абсолютно здоровое животное, то достаточно утром умыть. Многие говорят на форумах, то, что экзоты, персы не ленивые. Они не умываются. Неправда, ребята, я сразу перебью то, что они умываются. Но, поймите, лапа, длинноносое животное. С лапкой взял, нос протер, глазки вымыл. Тут потер-потер, ну, да. А носик маленький. Нос не поэтому долезешь. Все это вот здесь. Все понятно. Встает. То есть помогать им надо убирать. Думаєш, це не складно для справжніх любителів. Ця порода дуже добра, дуже спокійна і не шкідлива, що найважливіше. Отже, я нагадаю, що сьогодні з нами саму граночку із котиками прокидалися Максим Брик, а також Роман Казначеєв, володар розплідника екзотів Сладунчик. Дякуємо за те, що принесли до нас цих пухнастиків, познайомили із телеглядачами. Ну а ми рухаємося далі, продовжуємо святкувати Міжнародний день котиків і наступним авторським сюжетом.